Активисты снова призывают украинцев выйти завтра на акцию протеста уже к апелляционному суду. Главных требований всего два. Отставить Насирова под стражей и увеличить сумму залога для него, мол, 100 миллионов гривен он может заплатить, чтобы потом оказаться на свободе. Кроме этого, активисты утверждают, что судьи апелляционного суда уже не раз уменьшали суммы залога по коррупционным делам, да и вообще репутация у этих судей сомнительная. Еще один призыв выйти завтра на митинг к апелляционному суду появился и в Фейсбуке народного депутата Мустафы Найема. Кстати, именно он выступил в роли одного из основных организаторов акции протеста возле Соломенского суда Киева. Что об этом думают защитники Романа Насирова? И действительно ли он может заплатить 100 миллионов гривен залога? Узнаем у одного из его адвокатов, Игоря Черезова. Он на связи со студией. Игорь, приветствую. Если сумма залога не изменится, готов ли господин Насиров внести эти деньги и выйти из СИЗО? Я вам скажу, что на сегодняшний момент такую сумму залога никто не рассматривает, как возможную для внесения, это с одной стороны. С другой стороны, хочу вам сказать, что, безусловно, он является обеспеченным человеком, он длительный период работал за границей, и, безусловно, у него есть достаточное количество денежных средств для того, чтобы внести сумму залога. Но пока, на сегодняшний момент, о внесении суммы залога в размере 100 миллионов гривен, пока речь не идет. А если больше придется вносить? Вот как вы оцениваете шансы на увеличение залога? Активисты, прокуроры настаивают на сумме в 2 миллиарда гривен. Это возможно, как вы считаете? Ну, на самом деле, у антикоррупционной прокуратуры, как на мой взгляд, достаточно странная логика, когда они подают подобные суммы залога. Что я имею в виду? Залог – это мера обеспечения исполнения стороной процессуальных обязательств. Это не возмещение убытков, которые нанесены преступлением, а не что-либо иное. Поэтому сама по себе сумма залога или залогов, которые достаточно часто антикоррупционная прокуратура вносит в виде миллионов и в нашем случае уже миллиардов гривен, она не оправдана ни юридически, ни экономически. Поэтому, если суд будет, как говорится, неупорядоченным, то я думаю, что суд не увеличит сумму залога. А вообще международная практика идет по тому пути, что залог должен быть таковым, которое лицо имеет возможность внести. В суде первой инстанции мы не увидели никаких либо, каких-либо доказательств того, что наш подзащитный имеет возможность внести сумму залога в том размере, в котором заявила антикоррупционная прокуратура. Поэтому я думаю, что при справедливом суде подобная сумма залога невозможна в принципе. Последний вопрос. Ваш прогноз. Как долго будет длиться разбирательство и когда в этом деле может быть поставлена точка? Ну, сказать пока достаточно сложно, потому что мы пока находимся в начальной стадии этого уголовного дела. И, в общем-то, занимаемся в основном, мы, я имею в виду адвокатов, занимаемся в основном мерами пресечения, то бишь залогом и, собственно говоря, изменением суммы залогов, надеемся, что в сторону его уменьшения. А когда в деле будет поставлена точка, пока мы не можем сказать. Я думаю, что, скорее всего, дело не будет быстрым. Скорее всего, расследование уголовного дела будет продлено как минимум до 4 месяцев, по крайней мере, в отношении господина Насирова. Ну, а там дальше будем видеть, потому что нам дали достаточно объемный пакет документов, который надо изучить и предоставить свои контраргументы на этот пакет документов. Как вы понимаете, у защиты и у Насирова на это было всего 3 дня перед рассмотрением или уже во время рассмотрения этого дела в суде. Поэтому мы будем готовиться к защите. Естественно, мы думаем, что так, скажем, с какими-то громкими заявлениями выступать пока как обвинению, так и защите достаточно рано. Ну что ж, спасибо вам. Будем следить за рассмотрением этого дела в суде. Игорь Черезов, один из адвокатов Романа Насирова, отвечал на мои вопросы.